дети, потому что вот эти вот бесконечные перерывания того, что мы запомнили, это очень плохо влияет на детей. Тем не менее, я благодарна родителям, что, несмотря на очень сложное положение, родители детей сюда приводили, выполнили, сохранили эту. Ну, вы знаете, что мы не все группы сохранили, к сожалению, ситуация и ситуация. Эта группа, мы ее сохранили. Не все, почти все дети дошли до конца, то есть все равно почти вся группа. Я очень вам благодарна за то, что вы будете детей, за то, что вы понимаете, что это детям нужно. Мы дали то, что никогда не давали третьему классу. Как и 13 всегда берут, мы даем в четвертом классе. В этом году мы им дали карту 13. Техники, которые мы им дали, мы тоже немножко другие техники давали. Мы дали более серьезно, мы их не дали до конца, мы их дадим в следующем году. Ну, то есть, потому что, в принципе, у них очень хорошая, а это очень хорошая группа, очень хороший потенциал у них. Они все здоровые, они все здоровые. Это просто супер. Это редко бывает, когда у тебя живут. Здесь водопорт, собственно. Ну, смотрю, да. Я думаю, что все, кто здесь находится, тоже смотрят на детей из года в год, и мое мнение, что они, конечно, очень хорошо развиваются, очень хорошо растут, благодаря вам, Любе и Юре. Вот. Ну, конечно, как без тебя. Вот. Видно, что... Да, видно, что у вас с каждым годом прогресс увеличивается все быстрее и быстрее, и я думаю, что вы идете в верном направлении. Ну и родителям спасибо отдельно за то, что приводят, и за то, что уделяют детям внимание, вот, и терпение. Так что вот так. А вы молодцы, собственно, все прям правда молодцы. Хорошо. Спасибо за терпение, за вклад, за усилия, которые вы приложили для того, чтобы тренировать наших детей. А деткам мы несколько слов, большие молодцы, смелые, мужественные, так продолжать и не бросать ни в коем случае. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что приятно удивлен детками. Хоть я их вижу на каждом занятии, но сегодня они делали максимум, на что способны. Было приятно посмотреть. Не очень, я очень доволен. Молодцы, поэтому вы действительно поднялись еще на ступеньку. И сегодня я вам получу дипломы со следующим Q. Молодцы. Итак. Секу помните? Они уже не первый год получают, они не знают. Поздравляю. Какой диплом? Там увидишь. Я написала. Кто? Дальше. Миха. Дальше пошел. Марк.